Наверняка многие любят красную рыбку. Сёмгу, лосось. И сегодня представляю вам очень хороший скандинавский рецепт, как засолить, замариновать рыбку. И рецепт называется «Граватлакс». Вы на кухне у Лоры и канал Лора Лайв. Здравствуйте. Нам понадобится соль, сахар, перец. Хорошо, если у вас есть семена горчицы, белый перец, хорошо порезанный и нашинкованный укроп. И также у меня немножко, буквально, наверное, 25-30 грамм водки. Но для этого рецепта хорошо подойдет ром или коньяк. Те, кто боится готовить, мариновать или солить рыбку, советую подержать в морозилке при температуре минус 18 и ниже градусов. Ну, заморозить рыбку, потом ее достать. И уж это будет наверняка вкусно, полезно и безопасно. Смешиваем соль, смешиваем сахар. Сахара поменьше, конечно, соли побольше. Можно наполовину, кто как любит. Кто любит послаще. Вот. И я беру ножичку и присаливаю. Можно разрезать порционно на кусочки, если вы хотите, чтобы быстро засолилось. Но по моему рецепту не менее суток надо держать, а то и все 2 дня. В холодильнике для созревания, для того, чтобы она была готова. Вот я все выложу. Соль, сахар. Далее у меня светлый перец, но можно использовать семена горчицы. И более темный перец, который дает вкус. И теперь обильно посыпаем укропом. Может, даже у меня крупновато порезано. Чем мельче, тем лучше, чтобы он как бы оставался на самой рыбке. Аромат стоит очень вкусный, такой свежести. Укропчик дает аромат свежести. У него такие экологичные пакеты, очень удобные. Они эко. И я кладу свой лакс в этот пакет для маринования. Это я убираю. Предварительно нужно полить ромом или коньяком. У меня водка. Водка хорошая. Завязываю. И на 2 дня в холодильник. Выпущу воздух немножко. И на 2 дня в холодильник. Все. Рецепт готов. Пробуйте. Я думаю, вам понравится этот рецепт.